Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S8 Plus. И сейчас мы разберемся, как спрятать или же показать альбомы в галерее. Для начала мы заходим в приложение галерея. И вот у нас есть три альбома. То есть обычно это высвечивается так. Когда мы только заходим в галерею, мы переходим в альбомы. У нас есть три альбома. И, допустим, мы хотим спрятать вот этот альбом, потому что это два заводских, их нельзя спрятать. То есть мы можем прятать альбомы, только те, которые сами мы и создали. И мы, получается, что делаем? Заходим вот здесь в три точечки, нажимаем в правом верхнем углу три точки и нажимаем «Скрыть», «Показать альбомы». Здесь нажимаем кнопочку, она становится оранжевенькой. И теперь наш альбом не будет видно. Соответственно, и картинки, которые были в этом альбоме, тоже. Если хотим показать этот альбом, нажимаем на три точки в правом верхнем углу, нажимаем «Скрыть», «Показать альбомы» и выключаем эту функцию. Возвращаемся, и снова эти альбомы видно. И фоток тоже больше стало. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!